Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 97, упражнение номер 12. Участок квадратной формы обнесен с трех сторон забором, длина которого 90 метров. Чему равна площадь этого участка? Чтобы узнать площадь, нужно знать длину и ширину. У нас участок имеет квадратную форму, и три его стороны равны 90 метров. Мы можем узнать длину одной стороны. 90 разделим на 3, получится 30 метров длина участка. Ну и ширина участка будет тоже 30 метров. Поэтому, чтобы узнать площадь, нужно 30 умножить на 30. Это получится 900 метров квадратных площадь этого участка. Можем записать ответ. 900 метров квадратных площадь участка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.